Здравствуйте, дорогие коллеги. Находится прямо у лестницы Капитолия непосредственно, которая относительно недавно вот купол прямо сверкает. Позолотили с помощью как раз российских специалистов позолотили купол. Недалеко здесь находится это самое окружение Кубы, чтобы вы посмотрели вот Национальный театр Кубы, где оперы и балеты играют. Там чуть дальше Центральный парк Кубы. Вот, и немножко вот окружение вокруг Капитолия. Немножко народ тут гуляет, туристов много. Вот, пожалуйста. И можно попасть в Капитолий, музей. Получается, что с 10 утра несколько групп, вход стоит 10 куков на человека, как раз гидом все показывают, расскажут внутри Капитолия. Вот так.